Это до 271. Грачи, 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 вооружение у вас 4 ФАБ 500 и Р-60. Менять 37-я. Нет. Одну выставляешь 137-ю. Выставил. Другую 250-ю. Это вот наша будет. Понял. Вертушки предлагаю частоту 30 FM. Наша. Да, можно. 28-я. Чекай, у тебя Су-25 прием, скорость на маршруте 500 км в час. Перезарядка по плану. Понял. На частоте. Да. Су-25, частоту повторите. 271. Общая 137 будет. На верхней радиостанции что будет? Black check. Да, слушай, Миш, говори чё. Check, я портовой. Отказала основная гидросистема. Отказал насос расходного бака. Отказал генератор. Лук РИ-65 исправен. Давно 11. Сколько? 11. 5. А чё выскочило? У кого ещё выскочило, ребят? У меня не вылетало. Просто неизвестный вернулся зрителям. Понял. Окей, все, пацаны, спускаются. В канале. 250. Так, старт у нас по команде, да, будет? 250 это канал для Су-27. Так, Шека, ты где запускаешься? Кость. Меня выкинуло. Прием. Ну, заходи. Я перезаходить сейчас буду. Когда начинаем, Кость? Так, Су-25 запуск, взлет группой и на маршрут. Так, основная 137, для грачи 271. Все, ребят, да. DCS я полностью перезапускаю DCS. Перезапускаю. Меня выкинуло сейчас. Двадцать четверки, работа самостоятельно. Лёнь, побудь пока здесь в канале, еще не отключайся. Хорошо. Знаешь, что заставляю тогда сейчас сразу, значит, сколько там, 137 общую, это вот на верхней панели, и на нижней 250, это будет частота перехватчика внутри, ну, нашего. Я не могу тебе сейчас сказать. На 137 это спросил. 137 общая, а 25-ки вы со своей частотой не разобрались? Они ушли туда все, короче. Врачи, там... врачи, частота звеневая у вас какая? Врачи, прием, частота у вас какая звеневая? 271 звеневая. Не тебе, не тебе, все, что он использует. Так, ну все, я во-вторых. Что вообще? Так, ну... 704, 701.
Волга, на ТЖ 701, вот там лес. Нет, я 702 был, но потом заняли. Я сейчас понял, что я 704. Слушай, давай я думаю лучше ориентироваться по таблице, чтобы не путаться, потому что здесь что-то как-то... А, ну по таблице я второй. Странно. Лога, ты по таблице 701. Принял. 700 и 701. Нормально, Саша? Да, на 5. Так. По заправке оставляем 1,5, да? Так, по заправке, значит, я взял 80%. Принял. Заправка по плану. Перезарядка по плану. Принял. Заправка по плану. Так, ветер у земли 3 метра в секунду, метео 50. Семь ноль один готов. Принял. Включаю оружие. На 105-й, 250-му, прием. Грачи, прием. Понял, ожидай.
сотом лететь в район Поти, правильно понимаю? А, нет, все, разобрался, чем вчера, все, вопросов не имею. Так. Рим, это кто? Первая, 250-й, я стопирую, первая пара, все. Пару блоков НАР возьми на всякий случай. 701 уже готов. Понял. Сотому можешь пока бортовой номер на всякий случай поменять себе по 171. Принял. Канале. Командир,
полета 3800. Принял 3800 на маршруте. 700 и 703. На приеме. А мы летим звеном или парами? Давай лучше парами. Хорошо. Восемь ноль первому. Семь ноль два. А сейчас он правда видел? В приметы веришь? В том случае, когда беру 13-й борт. Я понял. Один принял. Начинаем. Семисотый весенний выполнил, ложусь на курс. Принял, догоняю. На месте. Приготавливаю оружие. 105-й, я разрешаю.
После взлета курсом 130 в зону дежурства на высоту 8000 метров. 7-1 приготовил. До 702 предложения называться без 700. Первый, второй, третий. Поддерживаю, давай. У меня третий отвалился. К вам присоединяюсь. Принял. Догонишь? Да, догоню. Так, у нас тогда получается я первый, Логан второй, и Чичко третий, правильно? Да, правильно. Да, давай так. С нами еще восьмерка. Впереди лэп. Я первый, кажется, наблюдаю катера противника. На 1 час подходит к форме. Включил наблюдение, выполняю поиск. Второй. Выполняю поиск. Командир, цель, сопровождаю. Пока далеко, давай ближе. Второй, предлагаю работать левым передом. Ты имеешь в виду левый крюк сделать? Не-не, я просто перестроюсь влево. Ты пойдешь направо, а я дальше чуть левее буду. А, да, давай переставимся. Устраиваюсь в колонну. 700, внимание, в море с юга запада, в 20 километрах юго-западнее Чанчхиры обнаружены десантные корабли. Да, подтверждаю, катера уже наблюдаем, готовимся к атаке. Правильно, работайте самостоятельно. 2.5.0, гражданский порт у вас на 1 час, на 2. На вашей высоте. Как только обнаружите его, подтвердите, что наблюдаете. 2.5.0, наблюдаем, занимаем. Принято, занимайте строй.
А первый прибор 25? 250, у вас примерно 6 первый минут. Прибор 25. До входа в зону действия РОС. За это время вам необходимо приклеиться к гражданскому борту на расстоянии не менее 400 метров от него. Принял, занимаемся. Скорость до 200. Командир, цель выбрал. Второй, понял, Гаш. Пока далеко, давай ближе. Готов к работе. Третий, смещаюсь тогда на восточный план. Принял. Начал поиск. Командир, цель выбрал. Готов к работе. Выполняю поиск. Второй, работа по земле. Командир, веду цель. А, на земле свои. Командир, понял. Цель в дальности. Выполняю. Я имею в виду техника, который на побережье. Так, 250, если кто не справляется со строем, могу... Первый отвор на север, по СУ-25. По СУ-27, после этого пойдет в атаку. Работаю по лодкам. Сейчас догоним, приклеится. Ну, пока далеко, давай ближе. Да, что, пока работаем только по лодкам. 400 метров, где нет. А второй отход, цель далеко. Чуть нет. Наблюдаю очереди. Прием, у тебя буквально последний шанс прилипнуть, используй воздушный тормоз, когда подойдешь к ним. Больше попытки не будет, я тебя на север отправлю. Третий, на восточном фланге уничтожил два катера. Значит, станешь контору. Принял. Включил наблюдение, выполняю поиск. Первый, наблюдаю еще группу катеров. Курсом 205. От города до Чемчира. Будем активнее, активнее. Включил наблюдение, выполняю поиск. Начал поиск. Выполняю поиск. Первый, наблюдаю большую группу новых катеров, курсом 200 от Чемчира, удаление большое. Выполняю поиск. Около 10 километров. Все, рим, тормози, аккуратно, все, ребята. Я распоясался. 250-й, 101-й, вы вошли в зону действия РВ. Держите строй. Через 14 минут, 150-й, вы будете на месте. Пока далеко, давай. Говорит бежим. Первый, беру самый левый судно, крайне левый. Ну, красавцы какие идут, а? Выполняю поиск. Командир, цель сопровождаю. Пока далеко, готов к работе. Работы по автору. Опа, принял. Ракета пошла. 2-7-0 в канале. Вы вошли в зону дежурства, вставайте в круг.
дальнейшие показания. Экономил питок 2. Попал! Я попал в твою мать! Попал 8. Начал поиск. 2.7.0, зона дежурства, Дико, на меры по экономике. Работает по правому фланге. Дата линк. Прием, работает. От моей позиции на 3 часа недружественный порт, удаление 50, прошу подтверждение. Это гражданский порт, за которым летят наши бродяги. Все в порядке. Принял, остаюсь в зоне ожидания. Первый отворот лево. Второй отворот лево. Второй сзади. Понял, наблюдаем. 2.5.0, 101-му, 10 минут полета до цели. 2.5.0, принял. Первый разворот левым, ложимся на боевой. Второй ушел. Беру правый фланг. Можно ударить по палаткам. Первый беру крайнего левого. Бьем с одного захода, вываливаем все. Кируем с интервалом. Цель выбрана. 5-10. Цель дальности 10. Друг на друга. Цель поражена. Начал поиск. Веду цель. Цель в дальности. Пуск! Первый отворот левым. Попал. Мои плотные, плотные. Наблюдение выключил. Второй отход левым. 2.7.0.5. 105-й. Доклад по топливу, все в норме, принимаем меры к экономии. Принял. Первый разворот правым, ложимся на боевой. Родом было. 250-й. Ях чудит, да? Включил наблюдение. Помирает, то... Поиск. Так, точно. Начал поиск. К поиску целей. Приступил. Первой цели не наблюдаем. Правильно. Ужасно. Второй подтверждаю. Наблюдение выключил. Обнаружен противник. Азимут 126, удаление 119 километров. Высота 1500.
третий, первым наблюдаешь кого-нибудь? 110 принял, запрашиваю вход 9, ладно. Прямо 110, на вас летят, на вас. Третий, первому прием. Ой, пардон, курс 130. Ладно. А первый предлагаю переждать, пока не сам. 150-й, с которым 50-го убьем. 270, 130 пункта и хвата. Выполняем. А, третий выбили радиостанцию. 30-й, походу, уже заключены. 7 резко, отворот на север, на курс 0. На сайте я винил. Второй справа на месте. Десятый как принял. Вы 5-0 принял. Высоту не менять. 105-700. 105-й ответил. Высадка против тебя остановлена, катера уничтожены. Идем дальше в Казани. Понял. Вам возврат на Сухуми до Бушара. Вас понял, выполняем возврат. Возврат на Сухуми. Ну, 150-й, у вас двое отвернулись, не отвернули на север. Первый забили, повтори. Курс на Сухуми 295. Принял. Немного левее, наверное, 290 все-таки. 270, противник на азимуте 118, удаление 70, высота 7. Наша работа на сегодня закончена? На сегодня ваша работа закончена. Вас понял. Поехали.
работаю. Второй на месте. Понял, наблюдаем. На 5-0, 105-му довершите остаток топлива бегущего. 2-5-0, 1200. Первый корректирую правее. Первое шасси выпуск. На сухую.
Отправлю к вам двигателей. За рулем? А, первый, может, за рулем? Или ты все уже? Да, я уже все. Исправен. Отказал насос расходного бака.